В 2021 году армянский народ сорвал большой план по включению Армении в состав союзного государства. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. По его словам, Армению планировали сделать членом союзного государства России и Беларуси. Но армянский народ, выбрав на внеочередных парламентских выборах партию Пашиняна, разрушил эти планы. Армянский спикер вновь раскритиковал Россию. Союзник, считает он, не оказывал необходимую помощь стране в нужные моменты. Никто не должен удивляться тому, что Армения пытается сохранить свою независимость. Армянский народ вмешался в эти планы. В 2021 году избрал то правительство, которое по плану должно было уйти, чтобы пришло новое правительство, чтобы мы вошли в союзное государство России и Беларуси. Таков был большой геополитический план. А нам это официально предлагали? Такое официально не предлагают. Это делают по-другому. Просто создается ситуация, чтобы только пришедшая власть сказала: во всем виноваты бывшие, то есть мы виноваты. И нет другого решения вопроса безопасности, кроме как войти в состав союзного государства России и Беларуси. Это очевидно.